Добрый день, спасибо. Прошу вас. Дорогие наши ветераны, уважаемые друзья, еще раз от всего сердца поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Победы. Идут годы, но 9 мая остается самым величественным и самым дорогим праздником, который мы всегда встречаем с радостью и волнением, с глубоким осознанием колоссального масштаба этого исторического события и с гордостью за наших отцов, за наших дедов, разгромивших нацизм. В эти дни мы ощущаем особую силу общественного единства. Нас объединяет священная память о героях, известных и безызвестных. Объединяет великая благодарность вам, дорогие ветераны, преклонение перед поколением победителей. Вы хорошо знали, что жизнь во время войны может измеряться буквально минутами, а то и секундами, но ничего не жалели ради победы. И показали, что значит быть настоящими гражданами своей страны. Доказали всему миру, что любовь к своему отечеству сильнее жестокого врага. И что в суровое военное время народ достигает свободы через единство, через жертвенное преодоление всех испытаний. Вы совершали невозможное и на фронте, и в тылу, делились последним, были милосердны и терпимы. Для тысяч эвакуированных родным домом стали Поволжье и Урал, Сибирь, Дальний Восток, Республики Средней Азии и Закавказья. Все жили тогда единой семьей, и главными ценностями были взаимопомощь, взаимопонимание, сострадание, стойкость и фронтовое братство. Такая сплоченность многонационального, многоконфессионального народа – величайшее наследие победы. Сохранить и укрепить его – наш сыновний долг. Долг перед всеми, кто отстоял Родину, кто принес свободу народам Европы, кто избавил мир от нацизма. Низкий поклон вам, дорогие ветераны. Позвольте предложить тост за солдат-победителей, за процветающую и сильную Россию, за великую победу.